Сзади бегут зомби за мной. Спасите, помогите, ребятки. Вы видели, зомби бегут сзади за мной. Что же делать? Давай, включай нитро. Погнали, 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 погнали. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем, ребяточки, продолжать играть в зомби-машины. Или еще по-нашему можно сказать Earth and Die или Давим зомби. Так, ребяточки, ну что ж, поехали потихонечку давить этих злых и нехороших зомби. Посмотрим, что из этого, так сказать, получится. Так, погнали. Выбираем go и поехали, ребяточки. Машина у нас уже заделана на все 100%. Нам только, ребяточки, остается ехать, ехать и еще раз ехать. Смотрите, ого, ребяточки, как быстро она едет. Брум-брум, ого. Стреляет и грызет зомби, посмотрите. Я грызу зомби и стреляю зомби. Ням-ням-ням-ням. Как же вкусно этих зомби кушать. Вау, ребята, вот это да, вот это я понимаю. О, даже у меня есть ускорение. Вы только посмотрите. Вау, вы видели, какое я сальто сделал, ребята. Вау, второй. Ай-яй-яй, второй сальто, ребятки, у меня не получилось. Так, ребяточки, погнали заново. Так, давай. Так, ребяточки, стоит отметить, что нам вот это нужно все пройти. Нужно все пройти. Для того, чтобы, ребяточки, все было круто. Ого, ребятки, какие зомби, вы это видели? Вот это прикольно. В прошлый раз мы с вами, ребятки, заделали этот автомобиль на полную катушку. Даже на крышу. Установили автомат, если вы видите, если вам видно. Да, ребяточки, я думаю, мы пройдем до финиша в этот раз. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами доехали до финиша. И это означает, ребятки, это просто круто. Так, ребяточки, ну что ж, погнали, нажимаем, собственно, окей. И переходим, ребяточки, на второй уровень. Так, ну что ж, ребятки, поехали. Так, погнали, ребят, давайте выбираем гараж. О, ребятки, у нас уже, смотрите, какая машина открылась, крутая. Вот это у нас машина, ребяточки, открылась тоже вообще, посмотрите на нее. У нее здесь есть и автомат, мустанг, в общем, ребятки, и пилы впереди, и все-все-все есть. Так, ну что ж, погнали. Ого, ребяточки, вот этот автомобиль меня порадовал, конечно. Вау, вы это видели, ребята? Хо. Вот это зомби-машина дают. Давай. Вау, вот это прыжок. Так, ребятки, нам надо пройти полностью эти уровни, чтобы они уже не оставались. Вау, вот это да. Давай. Ого, вот это скорость. Давай. Тихо. Только не падай. Отлично, ребятки. Бензин у нас еще есть, так что я думаю, в принципе, должны доехать мы без проблем. Давай. Вот так вот давим этих злых и нехороших зомби. И вот, ребяточки, финиш. Мы все-таки доехали до ремонтного сервиса, где ремонтируют автомобили. И сейчас, ребятки, у нас есть возможность, ребяточки, здесь поменять свой автомобиль на следующий. И, конечно же, ребят, мы переходим на следующий уровень. Это просто круто. Так, ну что ж, погнали. Так, о, ребята, мы берем джип, тоже заделанный, тоже, смотрите, на крыше у него пулемет, впереди бензопила, и, а на крыше у него ракетная установка, ракетный двигатель, тяга. Вы представляете вообще, как этот джип, ребяточки, сейчас будет ехать? Давайте, собственно, с вами его и опробуем. Так, ну что ж, поехали. О, ребята, вы только посмотрите на эту ракетную тягу. Вау, вот это да. Смотрите, как зомби уже бегут. Раньше они еле ходили. Сзади даже догоняет. Меня догоняет зомби. Надо от него убегать, ребятки.
потому что догонит, вцепится за меня и укусит, и тогда, ребят, и я тоже превращусь в зомби. А я этого не хочу, не хочу, ай, убегаем, вот так вот. Сзади бегут зомби за мной, спасите, помогите, ребятки, вы видели, зомби бегут сзади за мной. Что же делать? Давай, включай нитро, погнали, 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 погнали. Отлично, ребятки, прорвались мы через такую вот преграду, которую нам оставили. Отлично, просто супер. Я, ох, да, ребятки, двойное сальто. Вот, да, ребят, мы это сделали и приехали на какой-то заброшенный склад. Я не знаю, что здесь, ребят, но я думаю, ребятки, что здесь все-таки мы сможем с вами сейчас поменять наш автомобиль на более лучший. А также, ребятки, перейти на следующий уровень. Ну что ж, давайте посмотрим. Да, ребята, тут уже две ракетных установки у нас на Хаммере. Впереди, посмотрите, у меня такая мельница из различных таких, короче, штук, которые будут рубить зомби. А впереди, ребятки, противотанковая пушка. Ну что ж, ребят, поехали. Посмотрим, на что способен наш Хаммер. Ого, ребятки, только посмотрите. Уже две установки, это, конечно же, круче, чем одна, ребятки. Намного круче. Вау. Ого, вот этот взрыв. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Тихо, тихо, не переворачивайся. Нет, ребятки. Что-то я подзастрял. Давай, давай, давай. О, отлично. Выехали мы из этой пропасти, в которую нас, ребяточки, заманили, собственно. Давайте отсюда и будем убегать. Отлично. Отлично, ребята, отлично. Вах, 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 вах. Давай, давай, давай. Ох, вот это взрыв. Давай, давай, давай. О, ребят, мы приехали на какое-то заброшенное здание. Какой-то замок, что ли, или что это такое, я даже и не знаю. Но факт в том, ребятки, что уровень мы с вами с легкостью прошли. И давайте перейдем, наверное, к следующему уровню. А также, ребятки, поменяем наш автомобиль на более новый. Ого, ребята! И здесь нас ждет автобус. Разве это не замечательно? Скажите мне, пожалуйста. Давайте выберем его. Вау, вот это да! Посмотрите, какая ракетная тяга здесь. Как у ракеты настоящей, ребят. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. Отлично. Просто супер. Вот это да, ребята. Вот это да. Вот это я понимаю. Настоящая бомбежка. Где я, ребяточки, принимаю отличное участие в том, что я попросту крутой чувак. Ого, вот так вот мы их задавили, ребят. Кончается бензин, ребята. Надо срочно ехать на базу. Все, ребятки, мы на какой-то заброшенной мельнице с вами очутились. Давайте, собственно, отсюда, наверное, как-то будем выбираться. Ну что ж, мы, ребятки, переходим на следующий уровень. И следующий автомобиль у нас... Ого, это грузовик, ребятки, который впереди полностью бронированный. Ох, а ну покажи. Вот, две ракетные тяги уже, ребят, большие. Вот это да. Вот это я этих зомбиков уничтожаю, ребят. Давайте ставим зомби на машине. Вот это круто. Да, ребят, вот это классно. Так, сзади, сзади, сзади. Вон сзади бежал, ребята. Сзади бежал за мной. Надо убегать от него. Так, давай, давай. Вот они прыгают на мою машину. Уйдите от меня. Сцепитесь от моей машины. Уйдите. Вот они, ребятки, скакают. Видите, надо их как-то сбрасывать с моего автомобиля, чтобы они не препятствовали моей езде. Потому что я таким образом не доеду, ребят. Если я не доеду, то я, собственно, не перейду на второй уровень. А если не перейду на второй уровень, ребятки, то не получу новый автомобиль.
Ох, ребятки, отлично. Отличненько, дорогие друзья. Мы к какому-то старому дому приехали. Тут, наверное, нас кто-то будет ждать. Но пока что я не знаю, кто там будет. Посмотрим, ребяточки, уже в следующей серии. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, на сегодня мы будем с вами заканчивать. Мы сегодня играли, ребятки, в зомби-машины. Подписываемся на мой канал, ребятки, ставим пальчики вверх. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Продолжим в следующий раз. Пока-пока.